всегда важно знать заранее ваш запрос. Почему? Потому что, еще раз вам скажу, что мы можем приглашать в студию таким образом много специалистов, в зависимости от того, что вас интересует. Не только руководителей Власти города продолжают открыто беседовать со столичными студентами. Диалог с будущими аграриями состоялся онлайн. На волнующие молодежь вопросы отвечали начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич и начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич. Конкретно дали ответы на все вопросы. Разъяснили все моменты, даже касаясь что учебы. Также была затронута тема МВД, потому что много студентов хотят после высшего учебного заведения пойти в органы Министерства внутренних дел. МВД, потому что это перспективно, престижная работа. В начале данной встречи студенты немножко волновались, студенты переживали, но в ходе диалоговой площадки становились вопросы более откровенными. Достаточно большое количество вопросов и тем интересует студентов. Конечно, это связано во многом и предстоящего распределения, и обучения, стипендий. Дистанционный формат общения не хуже личного присутствия собеседника в аудитории. Меня волновал вопрос, это как реально ли после окончания университета бюджетнику пойти на работу или на контракт в МВД. На что я получил широкий ответ и, в принципе, остался удовлетворен. Отец военный и хотел продолжить эту семейную традицию. Особенно интересный вопрос был про предпринимательство, то есть открытие ИП, как государство помогает развиваться студентам. Ведь это всегда интересно и хочется чего-то самим достигать. Я считаю эти встречи полезны, ведь не всегда всю информацию можно найти в интернете, а легче спросить лично и вот узнать, получить ответ в более развернутом виде. Самое главное, что мы, наверное, в заключение должны сказать, не болейте. Будьте здоровы, потому что здоровье и наша жизнь – это то, что, наверное, самое важное, это то, что самое бесценное. Все остальное, ваша профессия, ваше будущее, конечно, будет, если будут купить самые главные вещи. Встречи со студентами вузов продолжатся на этой неделе. Ранее Ольга Чемоданова беседовала с учащимися профессионально-технических и средних специальных учреждений образования.